Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Студенты Курского автотехколледжа, которые обучаются по программе «Пожарная безопасность», посетили особое подразделение спасателей – мотопатрульную группу МЧС. Именно эти пожарные быстрее всего могут оказаться в районе чрезвычайной ситуации. Мобильный комплекс и мототехника позволяют беспрепятственно добраться до возгорания или ДТП при крупных заторах, чтобы оказать первую помощь. Пожарные байки и квадроцикл вызвали у молодежи огромный интерес. Техника оборудована всеми необходимыми средствами для тушения огня и спасения пострадавших. Разумеется, парк спасателей подразделений включает и другие машины для борьбы с огненной стихией. К тому же студенты смогли примерить пожарную боевку и даже посоревноваться в скорости облачения в спецэкипировку. Правда, до профессионалов им оказалось еще далеко. Данные экскурсии были в рамках ознакомительной, и студенты знакомились с нашим вооружением и с нашей деятельностью. Также они были свидетелями выезда нашего подразделения непосредственно по вызову на пожар. Мы рассказали студентам, чем занимается и непосредственно предназначение данной мотогруппы. Также показали оснащение наших мотоциклов, квадроциклов и снегохода. Отметим, что многие ребята уже проходят со спасателями практику в пожарных частях, усовершенствуя свои навыки вместе со штатными огнеборцами. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.